Всем привет! Привет, 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 привет! Самый лучший подарок – это подарок своими руками. У дочки будет день рождения, я решил сделать кукольный домик. Не забудьте подписаться на канал, мы приступаем! В этом видео вы не увидите никаких схем, никаких чертежей. Здесь я просто покажу, как я его сделал. Но если кому-то интересно, то я могу отправить вам чертежи, чтобы вы сами дома изготовили такой дом. Так, ну вот все части выпилены, теперь осталось его собрать, как конструктор, сколотить, подклеить, подмазать. В общем, смотрите. Ну вот, наконец-то, основная часть дома уже готова. Осталось только сделать заднюю часть. Она будет прикольной, советую досмотреть до того момента. Потом покрашу, вставлю двери. В общем, не отвлекайтесь, продолжаем. Когда я его собрал, я сам удивился. Блин, какой он все-таки офигенный. Ну а теперь самое интересное, красочное, яркое событие. Это покраска этого замечательного дома.
Ну вот и все, подарок готов. Я думаю, моей дочке очень понравится. Ну а вас попрошу подписаться на канал, поставьте лайк, если понравилось видео, напишите комментарий. Всем пока!